Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Сегодня ее проведу я, Анна Смирнова. Мой соведущий Вадим Родионов отсутствует, но вернется к нам вечером, надеемся. А наш сегодняшний гость программы «Абонент доступен» – астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте. Привет. Я напомню сразу телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете нам звонить, ну и пишите нам в WhatsApp 2-300-6191. Ну что ж, в эту субботу мы наблюдали историческое событие. Американская компания SpaceX Илона Маска провела первый в истории запуск частной компании, запуск человека в космос, даже двоих астронавтов, как мы знаем. А что это событие значит для человечества? Что это значит? Да ничего, очередной шаг в истории космонавтики. Я думаю, называть его историческим, ну, особых причин нет. Космонавтика вообще очень бурно развивающаяся отрасль, и что не событие, то историческое. А по поводу того, что эта компания частная, но я не буду напоминать, что в Соединенных Штатах большинство компаний частные, что государственных там очень мало организаций, тем более промышленных компаний. И в этом смысле ничего особенного, по-моему, слово «частное» не представляет. Человек воспользовался своей креативностью, инициативой, чтобы собрать деньги государственные, технологии у разных компаний, да, собственно, по всему миру, и объединить это для достижения своей мечты. Вот это действительно красиво, что это не какое-то сугубо государственное предприятие, направленное на повышение авторитета страны, на достижение каких-то политических целей, а просто ему очень хотелось реализовать свои юношеские мечты. И он это сделал. И ребята вокруг него, которые в SpaceX работают, это в основном молодые ребята. Они тоже очень задорно работают. Я смотрел репортажи оттуда. Они с огоньком работают. Вот никто их не подгоняет. Их просто движет вперед желание сделать что-то, чего никто до них не делал. Вот это красиво. Это действительно, это не историческое событие. Это просто очень важное событие, чтобы мы не забывали. Космонавтика – это романтика. Это прежде всего романтика. А потом уже разные государственные задачи. И вот романтика двигала их вперед, и они вышли на первое место в мире по многим показателям. Удивительно, но ни у одной крупной страны сегодня нет такой ракеты, как у Илона Маска. Я имею в виду не ту ракету, на которой полетели два космонавта, она хорошая, Falcon Heavy, но есть, Falcon 9. А у Илона Маска есть Falcon Heavy. Это самая мощная ракета на сегодняшний день на нашей планете. Это не китайцы, не русские, не американцы как государство, а частная компания создала самую мощную ракету. Для чего она будет использоваться? Что? Для чего она будет использоваться? Она уже используется. Ну, сначала был пробный полет. Свой электромобиль он запустил. Ну, понятно, это испытательный полет был. А потом на основе этой ракеты он хочет создать всемирный интернет космический, который будет доступен человеку где угодно, и в Антарктиде, и на просторах океана, ну, буквально везде, так же, как GPS или ГЛОНАСС сегодня работает по всей Земле, также Илон Маск создает глобальный интернет. Для этого нужна очень мощная ракета, потому что он за один раз по 60 спутников вывозит на орбиту. А это не маленькие спутники, они размером тяжелый мотоцикл, такие по 200-300 килограмм. И для этого ракета, конечно, нужна очень мощная, и она себя оправдывает. Ну, а полеты на Луну и на Марс тоже об этом не забывают.
Но это коммерческого эффекта пока не приносит, а вот интернет принесет. Да, об этом мы тоже сегодня, я надеюсь, поговорим. Но все-таки, возвращаясь к полету, может быть, ненадолго, но все-таки, а сам полет и стыковку к МКС, как вы оцениваете, все ли прошло так, как ожидалось? Ну, идеально ничего не бывает при тестовых запусках, но, по-моему, больших накладок не было. Угу. Стыковка в автоматическом режиме прошла, взлет был, по-моему, безукоризненным, я не помню каких-то нареканий. То, что они откладывали взлет, это можно понять. Ну, страшно было бы ошибиться в таком первом полете. А дело было не только в том, какая погода на космодроме во Флориде. Они прослеживали погоду вдоль всей траектории взлета ракеты, потому что в любой момент могла произойти неприятность, и тогда капсула с астронавтами была бы сброшена в море на парашюте. И надо было, чтобы вдоль всей траектории над Атлантикой была хорошая погода, чтобы там можно было спасательную операцию организовать. Ну, отложили, потом полетели в хорошую погоду. Это нормально. Ну, как вы и сказали, да, изначально полет был отмененный, скажем так, перенесенный из-за плохой погоды. И Маск как раз в своем твиттере, он написал, что корабль может выдержать множество ударов молний, но идти на такой риск было бы неправильно. А что касается устойчивости корабля компании SpaceX к погодным условиям, природным условиям, насколько она велика? Ну, это многоразовый аппарат, поэтому он рассчитан на эксплуатацию такую очень жесткую и многократную. Ну, мы знаем, что любое изделие, рассчитанное на одно применение, оно всегда очень ранимое, очень дешевое и легкое, а многократные, безусловно, должны быть прочными. Время покажет, насколько реализуется эта задача, сколько раз удастся эту капсулу использовать. У Илона Маска уже первые ступени ракеты неоднократно использовались, он их сажает на Землю, потом ремонтирует, заправляет, а опять отправляет в космос. Я думаю, что и капсула несколько десятков, может быть, до 100 полетов выдержит, а значит, оправдает вложенные в себя деньги, это экономический эффект даст. Есть ли какие-то особенности в кораблях SpaceX, может быть, с технической точки зрения или с точки зрения безопасности? Он очень красивый. Видно, что над ним поработали еще и дизайнеры. А с точки зрения инженерии он, конечно, продвинутый. Но вот напомню, как до сих пор мы, американцы и китайцы, запускали космонавтов. Обязательно над капсулой, в которой сидят люди, должна находиться система спасения. Это маленькая дополнительная ракета, которая в случае чего срывает капсулу и уводит от опасной ракеты, от взрывающейся ракеты. Маск интегрировал эту систему в саму капсулу для космонавтов. Он не стал делить это на две части. Значит, этот ракетный двигатель, который может послужить и для спасения, и для дополнительного разгона в космосе этого корабля, и для его посадки на Землю на реактивных двигателях, он может неоднократно в разных направлениях, в разных целях использоваться. Это очень красиво, и до сих пор никто этого не делал. Ну, внутри там современная электроника, тоже шаг вперед. Но этого можно было ожидать. Сегодня каждый новый автомобиль на Земле в этом смысле отличается от предшественников. Больше электроники, лучше дизайн. А вот такие решения чисто космические, они, конечно, впервые применены. Многократное использование капсулы, возврат на Землю. Причем я думал, что он рискнет только на реактивных двигателях сажать кабину с космонавтами. Нет, там еще есть и запасные парашюты. Это резко усиливает безопасность. Если двигатели откажут, он эта капсула сможет традиционным образом на парашютах сесть. Ну, с точки зрения космонавта, это, наверное, самое безопасное транспортное средство на сегодня. Вы сказали о том, что это событие нельзя, наверное, назвать историческим, скорее можно назвать его важным, в том числе и для человечества. Но можно ли говорить о том, что это событие положило начало космической гонке очередной, или же нет? Да, космическая гонка никогда не прекращалась, как любая технологическая гонка. Каждая страна хочет доказать свое первенство не только в космонавтике, во многих направлениях, и создавая новое оружие, новые технологии для бурения нефти, да для чего угодно. Технологии продаются,
Космические тоже хорошо продаются. Если они эффективны, они приносят большой доход. И Маск сделал очень важный шаг, который заставит многих подтянуться в космонавтике. Вот мы очень много лет полагались на свои старые, очень надежные, очень хорошие, но все-таки устаревшие космические аппараты наши. Советские, теперь российские, Союз и Прогресс. Но сегодня мы уже видим, что отстали, так же, как какой-нибудь там автомобиль «Победа» отстал от современных «Бьюиков» и так далее. А надо подтягиваться. Маск показал, что новая эпоха пришла в космонавтику. И насколько выгодным будет его экономический запал, ведь он же все-таки частник, он должен как-то реализовать те деньги, что в него вложили. Я не знаю. Но, безусловно, для мировой космонавтики, для российской, для китайской – это вызов. Надо работать на уровне Маска. Понимаете, хуже уже нельзя. Получится, как вы считаете? Вот на этот вопрос я не могу ответить. Совсем по-разному устроены экономики в двух главных космических державах – США, Россия и Китай. Сегодня это тройка лидеров космонавтики, и все три экономики устроены по-разному. Китай – это все-таки социалистическая страна, которая может мобилизовать свое хозяйство, если решит, что это нужно для престижа страны, для рывка вперед. И китайцы демонстрируют это. Они очень активно развивают космонавтику. Я думаю, что сейчас они попробуют догнать Маска. Но не только Маска, мировую космонавтику в целом. Пока они еще отстают, конечно, но очень быстро идут вперед. Темп у них невероятный. И они уже не на нас ориентируются, не на Россию, а на США, в целом на США. И хотят на Луну высадить своих, и на Марс послать через некоторое время. Для меня, конечно, как для жителя России, немаловажно, а как же наша космонавтика российская будет поспевать в этой гонке. Пока сложно. Все-таки был очень сильный слом экономики, переход от советской к нынешней российской. Она еще как-то не устоялась, люди еще не научились в новых условиях. Нужна смена поколений, как это всегда происходит. Мне кажется, мы на некоторое время отстанем. Отстанем и от американцев, и от китайцев. Но такое впечатление, что мы умеем догонять. Были годы, когда в нашей стране очень тяжелая жизнь была, ну, послевоенные годы, и мы вырывались вперед во многих технологиях. Если захотим, и в этот раз тоже не отстанем. Главное – желание, главное – какой-то внутренний огонек, чтобы был. Вы уже однажды были гостем нашей программы и говорили как раз в том интервью, отвечая на вопрос о роботах в космосе, вы говорили о том, что ниша пилотируемой космонавтики, она сужается, и роботы все больше способны заменить человека в космосе, и, может быть, даже они и нужнее, как-то приемлемее. А насколько велика роль вот этих двух астронавтов, Харли и Бенкен, которые полетели как раз в субботу на космическом корабле SpaceX, насколько велика их роль в этом процессе запуска? Я думаю, их роль минимальная. Они ведь опытные астронавты. Они в свое время летали на шаттле. И Маск правильно сделал, что нанял этих надежных старичков для проверки своего нового аппарата. Потому что еще не хватало, чтобы молодые астронавты допустили какие-нибудь ошибки. Эти два опытных, конечно, никаких ошибок не могли допустить, но и роли они особо не играли. Они были скорее грузом в этом корабле, чем водителями. Да и любой космический запуск выглядит примерно так же. Все космические корабли рассчитаны на автономную работу, а космонавт там может наблюдать за процессом. И эти двое особой роли, конечно, не сыграли. А что касается замены роботов и замены роботами людей в космосе. Почему только в космосе? Давайте посмотрим на современное производство. Не знаю, корейские, южнокорейские автомобили уже полностью собирают роботы. Во многих цехах вы почти не найдете рабочих, там все автоматизировано. Космонавтика – это передовая отрасль, там тоже
роботам место. Более того, для человека космос опасная, агрессивная среда. И чем меньше мы будем эксплуатировать там людей, тем они будут здоровее и меньше риска для гибели. Лично я за то, чтобы космос исследовать и обживать в первую очередь аппаратами, не роботами. А человек придет туда, где роботы создадут для него уже приемлемые условия. Ну, в первую очередь, конечно, на Луну. А на Луне вполне можно создать станции, убежище для безопасной жизни и работы людей. Это будут убежища подземные. На Марсе тоже это можно сделать, но, конечно, сначала руками роботов, а потом уже безопасно отправить туда людей. А посылать людей в авангард до роботов, исследовать опасные для жизни места, ну, по-моему, это безрассудство. Это можно было делать в ту эпоху, когда роботов еще не было. Ну, вот так же, как, не знаю, ныряли в Марианскую впадину. Это было очень опасное предприятие, но в 60-м году люди все-таки нырнули туда. А сегодня туда ныряют роботы и прекрасно исследуют это самое глубокое место в океане без опаски для жизни людей. И в космосе роботы работают, и уже до границ Солнечной системы они долетели. И на Луне, и на Марсе работают роботы. Нет необходимости посылать туда людей. Единственное, что нас к этому подталкивает, это какое-то внутреннее чувство, я не знаю, даже это не патриотизм, а какое-то глубинное чувство, что граница цивилизации там, куда дошел человек. Вот мало кто помнит из простых жителей, что наши роботы уже на границах Солнечной системы, уже даже за границами планетной системы, там пионеры, вояджеры. Но где побывали люди, знают все. Вот что Луна – это граница жизни, граница жизненного пространства, которую достигли люди в 70-е. И, конечно, полет на Марс человека тоже состоится. Хотя я противник этого, как астроном, но это неизбежно. Не американцы, так китайцы, не китайцы, так мы обязательно запустим людей на Марс, чтобы все видели, человек пошел дальше. Наверное, вас не радует и история с перспективами космического туризма. Да нет, как раз радует, радует. А это ведь не такой туризм, как мы привыкли, гуляя с фотоаппаратом, фотографировать там, архитектуру чужих стран. Это туризм вполне научный. Те, кто летал, а ведь уже немало туристов были на МКС, и, кстати, на нашей станции «Салют» и «Мир» бывали. Это люди, отдавшие свои честно заработанные деньги на развитие космонавтики и космической науки. И они летят туда подготовленными. Они летят, чтобы делать эксперименты. Они же не просто там сидят и смотрят, как остальные ухаживают за ними. Нет, они вписываются в коллектив космонавтов, и неделю, которую они там проводят, они с большой пользой для дела проводят за собственный счет. Почему нет? Очень хорошо, я приветствую это. Ну, то есть, если говорить о туристах, которые действительно полетят за свои деньги для того, чтобы быть в качестве таких туристов-обывателей. Эта история ведь такие... к этому и идет. Обывателей? Да. То есть, бездельников? Ну, доступность космического туризма, мне кажется, об этом и говорил, в том числе Маск. Вы знаете, это немалые деньги. Знаете, во что обходится сегодня недельный полет на МКС? Не знаю. Ну, примерно где-то 80-90 миллионов долларов. Это хорошие деньги. И чтобы рискнуть такими деньгами, надо видеть цель. А цель у этих любознательных, богатых людей – это всегда расширить свой кругозор и что-то принести миру, что-то продемонстрировать другим. Так же, как мы из турпоездки привозим там фотографии и селфи, они привозят результаты экспериментов, готовятся к этим полетам. Мне кажется, это очень хорошо. Нет, я за туризм. К сожалению, сам не могу, а вот рад, когда другие этим занимаются. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте. Да. Добрый день. Лариса, у меня вопрос чисто к астроному. Вот сейчас существует теория, что коронавирус – это подсоединились инопланетяне, чтобы освободить Землю от земных жителей для своих колонистов.
Но у меня вопрос такой. Существует ли вообще возможность возникновения разумной жизни во всей нашей огромной Вселенной? Ну, не может быть, чтобы одна Земля так была. И если эта жизнь существует, она должна быть в виде вот как люди или, может быть, как у Саймака в его книге «Заповедник гоблина» всякие разные формы. Спасибо. Как много вопросов. Начнем с коронавируса. Не получится у них ничего. Мы неплохо выживаем, и вирус с нами не сможет справиться. Но вы знаете, такая идея рассматривалась, и эта гипотеза довольно, довольно популярная была среди некоторых астрофизиков, что вирусы, ну, например, вирус гриппа, залетают к нам из космоса. Дело в том, что в некоторых кометах, астероидах есть намеки на живые существа. Там аминокислоты некоторые найдены, обрывки белковых молекул. Ну, вирусов, правда, пока там никто не нашел. Но вот известный астрофизик Фред Хойл, английский, очень известный, и его коллега Викрамасинг, они эту гипотезу активно развивали. Викрамасинг до сих пор. И если вас это действительно интересует, посмотрите на имя Фреда Хойла, английского астрофизика. И вы много чего узнаете о возможности прилета вирусов из космоса. По поводу разумной жизни. Ничего оптимистичного сказать не могу. Мы открыли уже много планет за пределами Солнечной системы. Примерно 4500 на сегодняшний день. В основном это планеты, малопригодные для жизни, но примерно 1,5-2 десятка планет есть очень похожих на Землю, примерно с такими же условиями, то есть условиями для развития жизни. Ну и кто бы сомневался, что среди миллионов, даже миллиардов остальных планет в нашей галактике, только в нашей галактике, не беря другие, конечно, жизнь должна быть. Раз она сложилась на Земле, то природа где-то ее реализовала. А вот насчет разумной, тут оптимизма у меня мало, потому что уже много лет мы ищем контакта с разумными существами. Наши радиопередатчики очень мощные, наши радиоантенны очень чувствительные, но мы нигде не находим признаков радиопередач из космоса, доходящих до нас. А это очень хорошее средство связи. Мы им пользуемся. Вот сейчас я с вами говорю с помощью радиоволн. Видимо, разумная жизнь – крайне редкая вещь. А жизнь вообще, я думаю, должна быть повсеместно, где для нее условия есть, а мы уже такие планеты нашли. Спасибо. То есть за все годы вашей практики не было даже намека на то, что может быть? Намеки были. Намеки были. Иногда из космоса приходят странные радиосигналы, которые напоминают то, что мы сами посылаем в космос с помощью военных радиолокаторов, которые прощупывают околоземное пространство. Ну, каждая большая страна контролирует космос, ну, мало ли что летит там с соседней территории. И вот такие радиолокаторы, они просто выстреливают в космос мощные импульсы, не вкладывая в них никакого смысла, никакой информации, просто технические такие выстрелы. И вот нечто подобное иногда к нам приходит из космоса. Может быть, это внеземные цивилизации свою противоракетную оборону наладили. Но доказать это пока не удается. У нас в студии был глава, экс-глава шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, и он как раз рассказывал историю о том, как его похитили инопланетяне в 90-е. Наверняка вы... Он веселый человек. То есть вы со скептисом относитесь? Ну, разумеется. Ну, кстати, НАСА, в принципе, регулярно сообщает о том, что открыты очередные экзопланеты, на которых теоретически может быть жизнь. Но, опять же, если мы говорим об интеллекте, то это уже другая история. Да, к сожалению, интеллект – редкая вещь. На Земле миллионы живых видов, а разумный – только один. Ну, может быть, не совсем один. Ну, дельфины тоже не глупые, обезьяны тем более, но до таких технологических высот, как мы, айфоны изобрело только человечество. Вот настолько разумного вида на Земле больше нет. И это говорит о том, что разум – редкая вещь в природе.
Наша радиослушательница упомянула одну из теорий по поводу коронавируса, который пришел из космоса. Мы говорили с вами о Луне, и вот, наверное, та теория заговора, теория лунного заговора, несмотря на многие годы ее развенчивания, в том числе экспертами и специалистами, она довольно живуча, как и, наверное, все теории заговора, которые сейчас особенно активизировались в период коронавируса. Что можете сказать, были ли американцы на Луне? А давайте я одним словом ограничусь. Были. И все. Мне так надоело каждый раз доказывать людям, что это не фейк, что любой фейк такого уровня стоил бы гораздо дороже и для престижа страны, и для кошелька страны, чем реальный полет людей на Луну. Ну, вы знаете, это какие-то немножко ненормальные люди поддерживают эту теорию заговора. Что-то у них в голове, я не знаю, это какой-то вот прогнивший патриотизм или обида на то, что американцы, а не мы, или обида самих американцев, что вот их не взяли работать в НАСА, а они так хотели заниматься космонавтикой. Обиженных людей на Земле всегда хватает, и они ищут какие-то причины для оправдания своих неудач. Вот это чисто психологическая вещь. Конечно, были. У нас столько доказательств этого. Идея, которую озвучил президент США, приватизировать Луну, на которую отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он сказал о том, что приватизация такого рода противоречит международному праву, это битва за Луну. Чем она может закончиться, на ваш взгляд? И есть ли она вообще? Трамп не говорил о приватизации Луны. Дело в том, что еще в 68-м, потом в 70-е годы были подписаны хорошие международные договоры о статусе Луны. И не только Луны, всех космических объектов за пределами Земли. Они являются международной собственностью. Ну, вот как территория Антарктиды. Каждый может в нее приехать, там, наколоть себе льда, работать, наукой заниматься, но никто не может Антарктиду назвать своей суверенной территорией. Такой же статус у всех космических объектов. Это все подписано на уровне ООН, серьезные международные договоры. И, конечно, президент такой страны, как США, не может пойти вразрез с ними. Трамп, дал зеленый свет частным компаниям для работы на космических телах. В общем, он опоздал. Многие частники, тот же Илон Маск, уже вовсю работают в космосе, либо собираются там работать. Единственное его положение в этой инициативе, оно тоже вполне разумное. Он хотел бы, чтобы та территория, на которой уже какая-то страна организовала свою научную базу или там технологическую какую-то площадку, чтобы она имела охранную зону. Ну, грубо говоря, забор. Ну, конечно, не в прямом смысле. Но это нельзя называть приватизацией. Что? Это нельзя назвать приватизацией. Нет, конечно, нельзя. Но вот смотрите, вы на сейнере выходите в открытое море за пределы национальных зон и начинаете ловить рыбу. Вам же не понравится, если какой-то корабль подойдет и стукнет вас в борт своим бортом и помешает вам работать. Вы ему скажете, отойди на милю и лови свою рыбку там, пожалуйста, да, не мешай мне. Вот примерно в этом же ключе выступил Трамп, сказав, что давайте договоримся, как-то не прижиматься друг к другу. Луна большая, мы еще только начинаем на ней что-то делать. Давайте какие-то охранные зоны пообещаем друг другу, чтобы была независимость в работе. Мне кажется, это нормальная инициатива, она ничему не противоречит. Ни одному договору уже подписанному она не противоречит. Что касается человека на Луне, я поняла вашу довольно критическую позицию по поводу людей в космосе в целом, если они там будут без дела, скажем так. Но вот, не знаю, смотрели ли вы фильм «К звездам» с Брэдом Питтом, там как раз они прилетели на Луну, и там были аппараты для шоколадок и так далее, там газировки какой-то, фастфуды и всего прочего. Нет, я этого не видел в фильме. Главный герой был очень расстроен, потому что Земля, по сути, переместилась, а там монетизируемая система Земли переместилась на Луну. Вот какие риски, на ваш взгляд, все-таки? И возможно ли подобное, что человек максимально станет все монетизировать? Я думаю, это неизбежно. А почему нет?
Мы думаем о космонавтике как о какой-то романтической профессии, о романтическом направлении. Но она давно уже стала частью нашей земной жизни. Она обеспечивает нас и телефоном, и интернетом, и GPS-навигацией, и всем. Это просто вынесенная чуть-чуть дальше границ Земли наша обычная цивилизация. И, конечно, когда мы освоимся на Луне, там будут и автоматы с газировкой, и шоколадки продаваться, и бизнес будет. И какие... Ну, в общем, то же самое, что движет тут инициативы людей. Это естественно. Ну, вы, кстати, в одном из интервью говорили о колонизации Марса, о чем мечтает очень Илон Маск, как известный. Более того, компания SpaceX даже поставила себе это целью. А вы в одном из интервью сказали, что Марс – это возможный заповедник внеземной жизни, так вы его назвали, и говорите, что если человек появится там, то забудьте про чистоту Марса, это будет винегрет из жизни марсианской и земной, что испортит всю картину. Да, я и сейчас придерживаюсь этой точки зрения, хотя понимаю, что она непопулярна. Что многие мечтают увидеть человека на Марсе, что это будет шаг вперед и так далее. Но мне, как ученому, было бы обидно, если бы еще не успев исследовать планету, мы бы ее начали населять своими микроорганизмами. В отношении Луны это безопасно. На Луне настолько сложные условия, что вряд ли наши микробы там выживут. А вот на Марсе условия вполне пригодные для некоторых наших микроорганизм. Даже не только для микро. Я думаю, таракан там бы, обычный домашний таракан, мог бы неплохо приспособиться. И в этом смысле мы сразу потеряем чистую перспективную площадку для науки, а начнем заражать ее своей микрофлорой и микрофауной. Это было бы, конечно, неразумно. Но у ученых своя точка зрения, у коммерсантов своя, у политиков своя. Я думаю, как только технически это станет возможным, люди туда отправятся. Кстати, правда, что лунная пыль может разъедать скафандры космонавтов? О да, лунная пыль, вы знаете, она больше всего похожа на наждак. Ведь там вакуум, и частицы пыли, они не такие мягкие, как у нас, а это маленькие острые камушки, ну совсем миниатюрные, они напоминают такой абразивный порошок. И они продемонстрировали свои неприятные качества. Американцы максимум трое суток работали. Вот последние экспедиции Аполлонов были по трое суток. К концу третьего дня у них резиновые перчатки, особенно пальчики, самые тонкие места на перчатках, были уже практически протерты. А всего лишь три дня. И для механизмов, там, для подшипников, например, на луноходе это тоже было неприятно. В общем, с пылью придется еще побороться, лунной пылью. Возвращаясь к Марсу, для чего необходима все-таки эта чистота Марса? Что она позволяет сохранить Вселенной? Мы надеемся, что она хранит для нас новые образцы внеземной жизни. Пока у биологов был только один вариант жизни, и как бы сильно не отличались земные организмы друг от друга, основа-то одна, биохимия одна, и мы все от одного предка. А вдруг на Марсе самостоятельная эволюция развивалась? Не исключено, что мы найдем там копии земной жизни, даже не заражая Марс. Потому что наши планеты за прошедшие 4 миллиарда лет обменивались веществом. На Земле мы находим метеориты с Марса, уже довольно много их нашли, кусочки марсианской коры. Наверняка с Земли на Марс что-то прилетало, ну, может быть, не так часто. Поэтому есть маленькая вероятность, что мы перезаразили, карантина не было в космосе, мы заразили планету, либо планета Марс заразила нас, но вероятность очень мала. А вот самостоятельно развившуюся жизнь на Марсе было бы безумно интересно найти. Второй вариант жизни в природе. Вы представляете, для биологии, что бы это значило? Биологи бы с ума сошли от радости. Но получается, что если взять во внимание амбиции SpaceX, Илона Маска конкретно, его цели и мечты, учитывая, что он их постепенно достигает, возможно ли, что на Марсе появятся целые города, например, постройки и так далее? Маск вполне вменяемый человек. Я сужу это вот почему. В последние два года он разворачивает свою спутниковую систему вокруг Земли для прямого интернета. Эти спутники довольно сильно стали мешать астрономам. Это
сотни и тысячи спутников, которые у нас перед телескопами мелькают и мешают наблюдать. Мы об этом сообщили Маску, и он стал модифицировать свои спутники, перекрашивать их в черный цвет, отворачивать их батареи солнечные так, чтобы они, зайчики, не пускали солнечные на Землю. То есть каким-то образом пошел навстречу ученым. Если он поймет, что ученые не желают в ближайшее время видеть человека на Марсе, я думаю, что Илон Маск поймет эту проблему и каким-то образом, ну, пока начнет туда марсоходы запускать, а с людьми повременит. Еще у нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем. Давайте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вы действительно верите, что Маск – это частная компания, и что эта частная компания сделала так же, как и интернет? Это совершенно очевидно, что была военная программа. Точно так же и здесь. Никаких частных компаний, которые, так сказать, занимаются долгосрочными инвестициями, им просто невыгодно это делать. Это элементарно. Спасибо. Да, спасибо. Вот такая... перед нами еще одна теория заговора. Они рождаются как грибы. Что значит частная компания Маска? Он доказал, что он хороший предприниматель и грамотный инженер. Поэтому к нему стали стекаться деньги из разных источников, из государственных, через НАСА. Он же очень, очень хорошо финансируется НАСА, из частных фондов и так далее. Он частник в том смысле, что идет на риск, как любой частный предприниматель. Он рискует теми деньгами, которые ему дали для исполнения определенных проектов. Он бы мог и не реализовать эти полеты, и тогда остался бы должен. Но а все остальное – это дело его инициативы. Что тут такого скрытого может быть? Наоборот, он очень любит пиар, он все рассказывает о том, что и как происходит в его компании. Все его планы на виду. Большинство планов реализуется, автомобиль бегает, ракеты летают, то есть тут все на виду. И какие-то подводные течения в его деятельности я не наблюдаю, ничего тут такого нет. А то, что он готов и для военных что-то делать, ну, естественно, военным надо запускать спутники, и Маск готов продавать им свои ракеты, ну, вернее, на своих ракетах запускать их спутники. Но это частный предприниматель, для того и работает, чтобы зарабатывать и двигаться дальше. Где здесь что-то вот скрытое от нас? Я не могу понять. Ну, SpaceX раньше занималась, как мы знаем, только доставкой спутников и грузов. Американских астронавтов доставляли российские союзы Роскосмоса на МКС. Такая монополия, можно сказать, была. Каким вы видите будущее этих отношений сейчас, если говорить? Будет ли постепенный такой полный отказ от союзов, от российских космических кораблей? Нет, конечно, полного отказа не будет, потому что союз надежная, старая лошадка, и иметь дублирующий вариант полетов на МКС, конечно, необходимо. Маск Маском, а Роскосмос Роскосмосом. Другое дело, что у нас, конечно, снизится количество оплаченных полетов, ведь американцы нам платили, когда мы их космонавтов доставляли туда. Теперь Роскосмос потеряет деньги, прямо скажем. Часть денег пойдет к Илону Маску. А вот как сложится отношения? Сейчас такая развилка, на которой все может случиться. Международная космическая станция была очень важна в смысле политическом. Она, может быть, не особую роль в науке играла в последние годы, и в космонавтике, и в технике, но она была единственной площадкой, где мы с американцами дружили. И не только с американцами, там и вся Европа туда летала, и Канада, и японцы. Это очень хороший такой клубок международных положительных связей. Если она распадется, то еще хуже станут отношения между странами. И мне бы этого очень не хотелось. Только ради этого стоит сохранять МКС. Пусть там большие деньги на нее идут, но эти деньги заставляют людей как-то более дружно жить на Земле. Но, к сожалению, тенденции сейчас иные. Роскосмос вроде бы говорит о том, что вы, ну, устами Рогозина, о том, что мы свою хотим орбитальную станцию сделать после 2024 года. Китайцы, ну, китайцы вообще отдельные люди, они и не дружили ни с кем в космосе, и
свою станцию скоро сделают, у них уже тяжелая ракета готова. Это некрасиво. Вот если была возможность дружить в космосе, ее надо было поддерживать. Посмотрим, как сложится. Правда, один проект в ближайшие годы обещает нам такую совместную работу. Это окололунная орбитальная станция Space Gate, на которой уже и американские, и российские части задуманы, производятся и будут собраны на орбите вокруг Луны. То есть это может стать новой площадкой такого международного сотрудничества. Но МКС терять не хотелось бы. В нее много вложено, и она по-прежнему как элемент дружбы очень важна. Возможно ли, что полеты в дальнейшем станут полностью коммерческими? Об этом также говорят, что частные компании они возьмут верх над государственными. Ну, если мы говорим об Америке, конечно, наверное. Может быть, и не только об Америке. Давайте смотреть на аналоги. Например, авиационные компании, по-моему, сейчас все уже частные. Собственно, государственной авиации, гражданской, не осталось. Военная авиация, да, она, конечно, управляется государственными структурами, а обычная авиация гражданская, она вся частная. Но, наверное, по этому же пути в конце концов пойдет и космонавтика. Вы платите, мы вас запускаем туда, куда вам надо. А для государства останутся те направления, которые не приносят прямой экономической выгоды. Ну, например, исследование дальних планет. Это дорогое удовольствие. Мы летаем сегодня ко всем планетам Солнечной системы. Каков экономический эффект? Никакого. Чистая наука. Ну, еще и престиж, конечно. Вот НАСА кормится государственными деньгами. Роскосмос, который, я надеюсь, начнет более активно планеты изучать, тоже работает на государственные деньги. Это разделение естественное. У нас есть еще звонок, только что был у нас РАЛС. Напомню, телефон прямого эфира. Вот он появился снова, успеем его принять до завершения. Да, здравствуйте. Добрый коротко, день. Пожалуйста. Да, коротко задавайте вопрос. Значит, есть в Штатах такая дама, Лора Эйзенхауэр, правнучка американского президента Эйзенхауэра. Никто ее никогда не обвинял в сумасшествии или еще в чем-нибудь. Она готова поклясться в каждом своем заявлении в суде, а это очень серьезно в Америке. Так вот, она утверждает, что была на Марсе, там давно уже существуют колонии, программа освоения космоса работает таким путем, что нам и не снилось здесь, нам просто об этом не говорят. Да, спасибо, это ваш вопрос. У меня только один вопрос к слушателю. Ну, а вы помните, сколько ей лет? Отключился наш радиослушатель уже, если можете коротко тоже прокомментировать его реплику. Возраст женщины называть нехорошо. Скажу только, что в этом возрасте, желая привлечь к себе внимание, можно рассказывать о чем угодно. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо. Астроном Владимир Сурдин был гостем программы «Абонент доступен». Всего вам доброго. Счастливо. И до свидания.